Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, первый сервачок. Не забывайте вводить мой ник при регистрации, мой ник Кирилл Путбулови. Просто заходите в описание, там будет мой ник, и при регистрации его просто вставляете, получается. Если вы проходите третьего уровня, я получу 250 тысяч, и 150 тысяч я как бы отдам вам. Поэтому, пацаны, вводите мой ник при регистрации. Сегодня снова новое видео, в этом видео я хочу купить себе какую-то машину, потому что я разыграл, получается, УАЗик, и хотелось бы купить себе какую-то машину, но... Я реально хочу какой-то джип купить, возможно. Я не знаю, что там продается сейчас на рынке. Я хотел купить себе баги, она такая гоночная выглядит, заменка. Но, к сожалению, ее нету в автосалоне. Поэтому я сейчас пойду на Ашан и буду искать какую-то машину. И да, пацаны, дам вам небольшой спойлер, что в следующей серии я пойду в казино, потому что вы меня просили пойти в казино. Да и серия по казино набирает неплохо просмотров и лайков. Поэтому, пацаны, в следующей серии уже будет казино. Поэтому ставьте лайки, чтобы серия вышла быстрее. Также не забывайте подписываться на канал. Наша цель, пацаны, это 16 тысяч подписчиков до конца лета. Я надеюсь, мы поскорее это сделаем, потому что осталось совсем немножко. И кто не подписан, пацаны, пожалуйста, подпишитесь. Буду вам очень благодарен. Так, у нас здесь есть Раптор, но Раптор у меня когда-то был, и мне он не интересен. Также здесь, получается, есть вот эта машина, но 5 миллионов, блин, 5 миллионов это очень дорого. У меня есть только почти 4 миллиона. Вот тачка, пацаны. Так, стопэ. Колька, блядь, 3 миллиона, ты ебанулся, дядя? А, ну она в полном тюнинге, блин. Я вот именно эту машину, пацаны, хотел купить, получается. Я снимал предыдущую серию там когда-то, и она была, она стояла, блин. И я тогда протупил, не купил ее, потому что у меня денег не было. Здесь был крузак за 3,9, но 3,9, как бы, это весь мой бюджет, и да, я бы хотел его купить, но это реально очень дорого. Все, пацаны, я купил эту машину, теперь можно спокойно не покататься. Я реально очень хотел купить. И сейчас посмотрим, что она вообще из себя представляет. Так. Так, поехали, короче, прокатимся. Ох, ебать, ебать, она валит, я аж обосрался, блядь. А чё, чё у неё колёс как-то странно стоят? Так, карс, давайте выключим торможение. Ебать, она валит просто. Может, из-за этих колес типа, она так едет, странно. Ебать, она валющая просто. Давай сейчас поедем, прокатимся, посмотрим максималку ее, потому что, блядь, она валит просто жестко, реально. Так, а ну, разгоняемся, и максималку у нас... Чё-то она как-то быстрее ехала. Колёс какие-то конченые, реально. Поехали на рафтюнинг, попробуем либо колёс поменять, либо стандартные поставить. Потому что эти какие-то колеса кончены, реально. Видите, как они стоят просто, этот развал, блядь. Это пиздец, реально. Поехали, короче, получается, тюнинг. Я попробую поставить обычные колеса, либо другие поставить. Ну что ж, пацаны, я доехал, получается, до тюнинга. И вот эти обычные диски, они черные, их толком даже не видно, пацаны. О, вот, более-менее вроде стал развал нормальный, или нет? Я думал, эта проблема была именно в дисках, но, походу, это проблема в самой модельке. Какая-то баха, наверное, походу. Блядь, что-то, мне кажется, зря я ее купил за 3 миллиона, мне кажется, настолько денег не стоит. Она в полном тюнинге, а вот полный тюнинг вышел бы на нее где-то, наверное, 2 миллиона, поэтому... Госка у нее миллион. Ну, не знаю, пацаны, посмотрим, блин. Ну, такое себе, на самом деле, типа, колеса. Вот мне единственное, что колеса не нравятся, как они выпирают вот так вот по-дебильному, а так машина даже очень неплохая. Вот эти колеса, конечно, это полная дичь, пацаны, я не знаю, что с этим делать. В принципе, пока что ставлю как есть, ничего с ней делать не буду, возможно, просто потом продам и все. Покатаюсь на ней чисто, знаете, по приколу, по кайфу, и потом ее продам. За те же деньги, ну, скорее всего, за те же деньги я не продам ее, но за Ляма 2, я думаю, она уйдет. Просто, пацаны, вот такая серечка получилась, я купил необычную машину за 3 миллиона. Пишите в комментариях, что с ней можно поснимать с этой машиной, если напишите что-то интересно, деловое, то я запишу с этой машины какой-то вид. Все, всем спасибо за просмотр, пацаны, ставьте лайки, просто обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на мой инстаграм, и все, короче, есть в описании, пацаны. Все, всем пока-пока.